В любой семье на свете есть взрослые и дети. У людей ребята, а у зверей зверята. У пушистой кошки котята спят в лукошке. У коров телята, у курочек цыплята. У козы козленок, у лошадки жеребенок. У овцы ягненок, у свинки поросенок. У ежа ежата, у мишки медвежата. У лося лосенок, у лисы лисенок. У мышей мышата, у волков волчата. У бобров бобрята, такие вот звери.